Здравствуйте, вы ко мне? Наверное. Садитесь. Давайте. А я уже уезжать собрался. Да я не забываю. Давай. Я нормально езжу. Надо уезжать никуда. А там... Давай, другой. Так, у вас литейный? Да. Телефон. Телефон вон возле бордюра. Ух ты, блин. Какой у тебя пассажир. Да, тут вообще веселуха. А? Здравствуйте. Пожалуйста, наденьте маску и перчатки. А тут же драка была, я думал, вы оттуда. Ну да, тут же это... Что тут такое, шаверма? Да этот, как его, я не знаю, узбеки. А, вон менты несутся. Земная площадь здесь, лошадь. Нифига, даже два экипажа приехало. Короче, сейчас еду обратно посмотреть, что там за движуха, блядь. По-моему, происходит какая-то хуйня. Фишка не в этом. Я, блядь, когда посмотрел в зеркало, блядь, в это, как девчонка бежала, блядь, и хотела схватиться за ручку, блядь, мне ее так жалко стало. Это, знаете, такое было ощущение, что я последнее такси в этом городе, и если сейчас отъеду, блядь, она больше вообще отсюда никогда не уедет, блядь. Блядь, ну так за мной еще, конечно, никто не бегал. Но фишка не в этом. Блядь, пацаны, нахуй. Вот, блядь. Короче, там какой-то был кипиш, ну ладно, сейчас расскажу. Мы, блядь, с вами не там баб ищем, нахуй. Мы там клубы, бары, да, всякая там хуйня, чтобы познакомиться. Нет, нахуй, надо в узбекской кухне знакомиться. Блядь, я такое вижу в первый раз, чтобы столько было баб, нахуй. Причем баб нормальных, блядь. Я не знаю, то ли за плов они там дают, то ли что, блядь. Хер знает, может, плов вкусный, конечно, такой, блядь.